бой студии турнира. Главный судья Михаил Смирнов. Судья Артем Инкерев. Рефери Владимир Балаула. Приветствую спортсменов в октагоне и представляю участников данного поединка. Боец синего угла. Чемпион по боевому самбо 2017 года. Чемпион по кратиону Санкт-Петербурга 2017 и 2016 годов. 23 года, 170 рост. Представляет клуб Нурсай. Две победы, одно поражение. Тренер Дастан Эргешев. Представитель Кыргызстана. Хабыр Атиев. Его соперник. Чемпион по тайскому боксу Узбекистана. Чемпион по боевому самбо города Санкт-Петербурга. Победитель многих турниров «Битва за пояс». 170 рост. Представитель бойцовского клуба «Узбек Тайм». Рекорд. Одна победа. Представитель солнечного Узбекистана здесь, в Санкт-Петербурге. Алмужон Ашура. Чемпионский бой. Три раунда. Пять раундов по пять минут. Рефери Владимир Балаула. Инструктаж перед боем. Бойцы с середином. Пожали руки. Внимательно слушаем моей команды, правила не нарушаем. Головой и локтями в голову не бьем. Затылок, позвоночник, в пах не бьем. Коленями в голову работаем только в стойке. За сетку, перчатки, шорта не хватает. Покажите красивый бой. По углам. Давай. Ama işte.
Özün işte. Let's go!
Thank you.
И Стас закончился. Третий раунд. Впереди четвертый. И мы надеемся, пятый. А еще. Давай,
закончился четвертый раунд. И нас ожидает настоящий чемпионский пятый раунд. Кыргызстан против Узбекистана и Абыт Адиев против Алмазжона Ашурова. Yeah, it's there. Kill me.
Победу! Чемпионский поезд! Завоевал!